соскучился. Так, ма, вот вам и доктор. Ну-с, у кого фифекты буфут? Что? Фифекты етчи. Я логопед. Исправляю фифекты фикции. Какую фикцию? Фикции, фикции. Не фикции, а фикции. Он букву Д не выговаривает. Я букву Ф не выговариваю. А, ну, сразу вы так и сказали. Я сразу сказал. А, так вы логопед. Mm-hmm. Очень приятно. Пожалуйста, садитесь. Хотите чаю? Хочу. С удовольствием. Пожалуйста. Ну-с, кто у нас буфет? Какой буфет? Не буфет. Я имел в виду, кто у нас буфет. Мальчик или девочка? У нас девочка. Девочка Леночка. Ах, Февочка, Леночка, Еленочка, какое хорошее имя. Леночка, скажи, Февочка. Девочка. Так, скажи, Фуфочка. Дудочка. Так, скажи, я Машка. Я Маска. Так, скажи, Иба. Селедка. Так. Натальевич, я вам выпишу на появление. И вы будете привозить Февочку ко мне в Аяза в Нефелю. Куда? На улицу Кой-Кого. Кой-Кого это куда? У вас что, подпольный кабинет? Почему подпольный кабинет? Какой подпольный кабинет? Это поликлиника. Это поликлиника? Ну, я понимаю, поликлиника. Поликлиника находится на улице. Улица Кой-Кого. Улица имеет имя? Имеет. Максима Горького. А, Горького. Правильно, улица писателя Максима Кой-Кого. Ну, вы же половину букв не выговаривали. Ну и что? Их же 32. Их же 32. Вот у нас один мужик. Он выговаривает их только три. И все его прекрасно понимает. Но специалист вообще не обязательно уметь самому. Он должен уметь учить других. Скажите, а почему возникает у детей подобного рода дефекты речи? Разные причины, разные. В основном по семейным обстоятельствам. Семейная обстановка. Да. Дети очень чувствительны. Я не понимаю, на что вы намекаете, Софья Тихоновна. У меня у самого племянника. Угу. Пока сестра с Фочкой не разъехались. Они разменяли квартиру? Они сменялись. Ага. Сестра поехала, живет на Киевской, ага, а Фочка на Киевской. Значит, на одной улице живут? Как раз на разных. Она на Киевской, угу, а она на Киевской. На Кировской. Ага. Ах, на Кировской. Я и говорю, на Киевской. Все понятно. На появление. Да. Всегда. Угу. Благодарю. Извините, Зарба Тихоновна, но мне все ясно. Ах так, ну что ж, мне тоже все ясно. Прошу правильно понять, свекровь и невестка, знаете, вечный конфликт. Бесная, бесная девочка. Потом удивляются, откуда у детей дефекты фикции. Мне было 4 гофа. Года. Кафа мои детей умер. Моя бабка с Фефом. С дедом. Разбились. И потом фа, гофа суфились. Фиг силам. Да, извините. Друг с другом судились. И это не смешно. Суфились фиг с фигом, кто из них меня больше любит. Вот вам и эффекты фикции, а почему нейвы, засорение атмосферы, водофемов. Но зато у меня призвание. Я логопед. Лечу детей. Хотя и не женился.
Своих детей нет. До свидания. До свидания.